я хочу отметить отдельное преимущество водяной потолочной системы теплопанель при использовании в помещениях, где есть верхние этажи, антресоли. То есть это часто бывает, можно увидеть в шоурумах каких-то автосалонов. Это можно увидеть в торговых центрах, где есть отдельная зона фастфуда, предприятий быстрого питания. То есть, когда мы обогреваемся конвективной системой отопления, то мы нагреваем воздух. Воздух начинается при использовании каких-то тепловентиляторов опускаться вниз, но потом он за счет конвекции, то есть он более нагретый воздух, поднимается наверх. И у нас есть резкий, ну как бы очень видимый перепад температурных градиентов с различием температур вверху и внизу. К примеру, если в торговом центре вам нужно поддерживать температуру плюс 18, то у вас под потолком на высоте около 10-12 метров будет уже температура за 30 градусов. У вас будет избыточное тепло, и здание будет испытывать избыточные теплопотери, и людям внизу и вверху будет, у них будет ощущаться разная температура. При использовании же лучистой системы отопления у вас что вверху, что внизу будет практически идентичная температура. У нас температурный градиент будет изменяться где-то 0,1-0,2 градуса на метр, свыше 4 метров. При конвективной системе отопления температурный градиент меняется от 1 до 3 градуса на метр свыше 4 метров. Поэтому я говорю, если внизу у вас будет 18 при конвективной системе, то под потолком, вот сейчас мы находимся в торговом центре, здесь была бы температура около 25-30 градусов, потому что здесь не очень большая высота. Но если у вас есть несколько этажей, к примеру, у вас там не двух, а трех или четырехэтажная зона, где у вас находится фудкорт, то, соответственно, там будет значительный перетоп. И чтобы этого перетопа исключить, вам нужно значительно, чтобы у вас работала система вентиляции, забирала избыточное тепло. В нашем же случае у вас не будет таких перетопов наверху, а что вверху, что внизу будет практически идентичная температура. Здание будет испытывать сниженные теплопотери. Потому что представьте себе, вот у нас кровля. Если у нас будет под кровлей 30 градусов, то здание будет испытывать повышенные теплопотери. А представьте, что у нас под кровлей будет 20 градусов. То есть 10 градусов будет не догреваться кровля. Значит, здание будет испытывать меньшие теплопотери. А в чем это выражается? Это в наших с вами потраченных деньгах, которые мы расходуем на энергоноситель. Меньше потребуется мощности котельной. Поэтому взвешивая эти несколько решений, добавляя их в копилку, меньше у нас мощности не только котельной, а системы вентиляции. То есть есть котельная, КУ-отопительная, которая идет на отопление, а есть КУ-отопительная, которая идет на вентиляцию. Особенно если у вас высокая кратность воздухообмена, это обязательно надо учитывать и в комплексе рассматривать стоимость владения вашим объектом. Поэтому, если у вас есть какие-то антресоли внутри помещения, где могут находиться отдельные люди, торговые центры в несколько этажей, обращайте внимание на использование лучистой системы отопления теплопанель, которая может, кстати, работать не только на обогрев, но и на охлаждение. В паре с тепловым насосом, либо с чиллером, когда мы подаем охлажденный теплоноситель, панель начинает, наоборот, забирать избыточное тепло. И также хочу подчеркнуть, что в нашей панели может быть встроено еще и светодиодное освещение. В одном решении вы получаете готовое инженерное решение, где встроены сразу светильники светодиодные. Мы делаем все расчеты для того, чтобы у вас все вписывалось в нормы именно по светодиодному освещению, по освещению на вашем рабочем месте, чтобы было комфортно. Есть у нас решение и для промки, и для торговых центров. Есть специализированные решения, где есть индивидуальные светильники, линии, треугольники, круги. Все возможные решения. Поэтому, друзья, хотите сделать у себя какое-то необычное решение, кстати, панели могут быть покрашены в различные цвета. Базовое решение – это белая панель RAL9003, но как здесь, например, у заказчика стояла задача иметь, наоборот, систему потолочную, которая не будет привлекать к себе внимание, чтобы были акценты сделаны на свете, чтобы сделаны были акценты на торговых точках. Поэтому здесь вот мы реализовали панели в черном цвете, но это может быть и любой другой цвет. Цвет выбирайте. Как панели, так и светильники мы готовы предложить для вас индивидуально, непосредственно для вашей торговой точки, для вашего объекта, хорика, кафе, бары, рестораны. Обращайтесь к нам, у нас есть уже накопленный опыт, чтобы предложить вам правильное решение, где будет комфортно, безопасно, в соответствии со всеми санитарными и пожарными нормами. Вы при этом будете экономить эксплуатационные расходы, вы снизите мощность своей котельной, и будет там счастье. Всем теплопанель, друзья!